Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, девочки, модницы мои, очень многие полюбили бутик линию 15-25. Всем нравится. Вот она, Наталья. Привет, привет. Тоже девочка, которая вас одевает, упаковывает и, конечно же, помогает Аминочке. Вот они, еще одна звезда. Вот на такой ноте. Видите, как я их поймала? Да. Да, правильно? Да. Здравствуйте, дорогие подписчики. Здравствуйте, все наши дорогие подписчики, наши клиентки, наши покупатели. Мы находимся, город Москва, рынок Садовод. 15-я линия, 25-й павильон. Я всегда говорю, это наше слово рынок Садовод, это наш ключик, да? Потому что рынок и большая там в Москве, а у нас Садовод, мы в Садоводе. Те, которые нас знают, уже с нами работают, всем-всем огромный привет. А тем, которые только будут на нас подписываться, с нами будет работать, всем добро пожаловать. Пожалуйста, наш бутик, наша одежда, наши новые модели. У нас поступили уже новые-новые, очень хорошие, красивые троечки, пожалуйста. Сейчас мы в бутике покажем, там света побольше. И у нас там имеется телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь. Там наши все рассылочки и цены тоже имеются. Вы там можете все увидеть. Ну что, идемте, добро пожаловать. Идем на наш этаж. Ой, какая красота. Я вижу, да, вижу, красота. Вижу. Теперь Ой. Видно меня, да? У нее даже и ботиночки. Прям. Пожалуйста, зима-зима. Прям увидела сходу я. Снежинки? Да, снежинки. Уже готовились к зиме. Ты купила себе ботиночки? Да. Очень красивые. Классные. Такая да. легкая. И ты знаешь, это что не вот реклама, этими... это просто. Да, да, это просто, девочки. А, и ты знаешь, что вот с костюмами именно, да, вот оно очень хорошо смотрится на любой цвет. А скажи для моих подписчиков, за сколько ты купила? Я тоже бы себе купила. Она? Ну, говори. Девочки, дорого? Недорого. А сколько? Прямо 1500 рублей. 1500? Да. Просто Ой, посмотрите, шикардос. Какие классненькие. Прям под костюмы твои, шикардос, да, хорошо? Да. На любой костюм, на любую расцветку. Я одеваюсь в день, я вам скажу, по-разному. Понравилась мне какая-то расцветка, у меня настроение поменялось, все, я в этом настроении и в этом костюмчике. Пожалуйста, сейчас я в белом. Сегодня что-то Амина, если подписчикам понравятся ботинки, отправишь им? Конечно, отправлю. А, девочки, пишите, вот, пожалуйста. Звоните. С костюмом вместе отправлю полный да, набор. Очень красиво, 1500 красивые ботиночки. Да. Мне даже понравились. Да. Потом скажешь мне место, где купила. Обязательно. Пожалуйста, сейчас у меня троечка. Сделана под Барбери, девочки. Подкладочка под Барбери. Так, и она имеется у меня вот. Шикардос. Просто идеально смотрится. Пожалуйста. А, длина, как вы видите, очень даже хорошая. Курточка более короткая. Это все зима. Тройка зима. А, куртка наполнитель идет холофайбер. Также вы ее можете стирать на стиральном машиночке, да. И что мне здесь нравится, она куртка не длинная. Прям именно тем девушкам, которые хотят покороче, да. Бомбериком такой. Да-да-да, как бомберик она идет. Но мне оно очень понравилось, я тебе скажу. И когда вот даже в открытом виде, за то, что подкладочка под Барбери, пожалуйста. Угу. Изюминка у нее имеется, да. И что вы этот, имеете в виду, что толстовочка с капюшончиком, да, а куртка уже без капюшона имеется. Вот, пожалуйста. Вы ее можете одевать уже вот так вот подлиннее, тоже можете сделать. И вы ее можете вот так вот уже как бомбер покороче сделать. Конечно, карманчики имеются. А расцветочки просто обалденные. Тамарочка, смотри, какая зелень. Скажи подписчикам по секрету, себе взяла? Конечно, белую. Точно? Да. Ну, тебе хорошо, действительно. Да, мне идет. А, ну, что сказать, одно слово есть. А? Все идет. Да, под лицу ну, все под к лицу. Под лицу все идет, да, не хотела так сказать. Пожалуйста, смотрите, вот малиновая, зеленая, черная и белая расцветочка. Просто идеал. А размерочки от 40, в упаковке они идут по 2 размера. До? Упаковка от 42 до 50 размера идеально четко сидят, потому что они плюсовые. На мне самая маленькая размерочка. Если я думаю, что это видно, что она широкая, да? Угу. На один размер больше девушка тоже ее оденет. Она будет идеально смотреться. Прям зима.
оделась после набора и все. И у нее будет цена для наших девушек, для наших подписчиков за 7000, девочки. Просто я вас жду. Три вещи. Брючки, толстовка и куртка. Брючки и куртка зимняя. И этот костюмчик тоже зимняя. Шикарный. Да. Пожалуйста, очередная троечка. Здесь, если вы заметили, уже курточка в другом лекале. Пожалуйста, спереди паховая зона прикрыта. Сзади попочка тоже слегка уже прикрыта. Просто за то, что немножко холодно, девочки, я не одела костюмчик. Вот, пожалуйста. У нее тоже также идет трехниточный армированный хлопок на флисе, девочки. Вот, пожалуйста. Она идет на флисе. Здесь она идет и толстовочка с капюшончиком. И, пожалуйста, курточка тоже имеется с капюшончиком. А не полностью идет с капюшончиком. И что здесь очень хорошее? Смотри, Тамарочка, она сбоком уже на резинке. Она слишком не свободна. Да, внизу, да. Она модель оверсайз. Свободно идет. Но внизу она сделана два бока по резиночкам, чтобы она слегка собрана смотрелась. У нее тоже, вот, пожалуйста, здесь кармашки прямые. На замочке. Холофайбер наполнитель идет. Зима. Это все стирается на стиральном машиночке также. А рассветочки, пожалуйста. Мы ее только получили, девочки. Только-только получили. Мы еще не успели. Я просто слегка успела голубую отварить. Для съемки, да, показать. Для съемочки, да. Пожалуйста. Очень-очень красивые рассветочки. Видите? Просто обалденные красивые рассветки. Здесь рассветок намного-много. И яркие рассветки, да, голубая, малиновая, моя любимая, лавандовая, фисташка, зеленая. Все рассветочки имеются. А размере также в упаковке две штучки М-ка, Л-ка. М-ка идет от 40 до 44, а Л-очка идет от 46 до 48 полного. Цена для наших девочек также 7000, девочки, я вас жду. Девочки, получили повторно. Те, которые не успели, девочки, которые говорили, почему уже закончился, втыльки взяли. Успейте на этот раз, пожалуйста. Прямая край, куртка, зима, наполнитель холофайбер. Двухсторонная замочек у нее имеется, да? Пожалуйста. Просто обалденная вещь. Кармашки. И здесь также капюшон съемная. Она на замочке, пожалуйста. Длина французская. Очень шикарная вещь, девочки. У нее идет размерочки от 42 до 50. До 2XL-очки они идут. А рассветки именно так же, девочки. Все рассветки получили. Пожалуйста. Только успеваем на этот раз, девочки. Успеваем. Сразу пишем для этих курток. Пожалуйста. Отправляю. Вы же знаете, что я отправляю от 1 единиц, девочки. Пожалуйста. Все расцветки и нейтральные, и яркие, и светлые. Графит очень богатая расцветка. В тот раз очень многие хотели, но жаль. Оптовики сразу у меня взяли ее. Как вы знаете, зима, холофайбер, стираем на стиральном машиночке. Пожалуйста, до минус 25-30 градусов, девочки. Цена будет для наших девочек 6500, девочки. Бегом к Амине. И не забываем на телеграм-канал, потому что Амина туда... Там делаю рассылочку. Девочки, те, которые этот модель ждал, мы ее повторно получили. Пожалуйста, это вы сами знаете. Это у меня самая прям бомбическая ходовая моделечка. Смотрите, какая шикардос, да? Реально очень красивая, да. Кармашки передние, верхние кармашечки. Вот этот вот. Прям изюминка у нее очень много. Смотри, Тамарочка, как она закрывается, видишь? Прям это вот, вот, да. Вот эта куртка прям, она шикардос. Она сделана под парочку. И что мне здесь очень нравится, она все подбита, подшита внутри. Прям она теплая, теплая. И сбоку они на кулисочках. Ну, об этом модели много не буду говорить, потому что она уже влюблена всеми нашими покупателями. Я хочу просто показать, что они пришли повторно. Девочки, пишите, звоните. Рассветочки яблочко. Все, все, да. Все имеются. Хайки будут, пожалуйста. Бежевая. И, конечно же, черная классика. И такая же, какая, как на мне. Лавандовая расцветка. Девочки, пожалуйста, цена не изменилась. Для наших девушек 5000. А размеры от 42 до 54 имеются.
Пожалуйста, девочки, новая моделька. Вообще хорошая, обалденная. Какая она удобная, прямая. Также наполнитель, который вы знаете, это здесь идет наполнитель тинсюлей. Девочки, также стираем на стиральной машиночке. И очень-очень многое, то, что мои девочки, очень многие говорят, что рукава. Вот, девочки, рукава прям длинные. Не короткие, для всех, именно для длинных девушек, да? А какой у тебя рост, скажи, пожалуйста, а то у меня многие спрашивают. Да, очень многие спрашивают. У меня рост 164, 1.64 м. Выше, чем Тамара Шик. Да? У меня 1.61 м. Мне 1.64 м. А вот у моей девушки, Наташенька, рост у тебя какая, солнце мое? 1.74 м. 1.74 м. И сейчас на нем я покажу одну курточку. Ну-ка, подойди-ка ты ко мне. Прям идеальная. Посмотрите, девочки. Посмотрите, какая модель. Прям вообще шикардос. У нее идет модель такая. А здесь ткань, я тебе скажу, Наташенька, лакрованная, правильно я говорю? Да, правильно, да, перемотанная, да, очень. И здесь идет производство Корея, девочки, Корея. Вот, пожалуйста, снимается, съемные. А вот эти вот замочки, это просто для красоты. А кармашка идет вот отсюда, пожалуйста. Смотрите, как сделана она. И цена ее? Цена у нее будет для наших девушек по 6500, девочки. Корея, наполнитель тюнсюлей. И здесь она идет, пожалуйста, съемный капюшончик. Прям хотите так, одели как хотите. Просто модель идеальна. А сейчас я вам покажу расцветочку. Пожалуйста, смотрите. У этой курточки идет только два расцветочки. Что я еще хочу вам показать, девочки? Видите, она тоже сделана именно так же. Яркие вот отделочки. Яркие отделочки. Вы здесь можете одеть любую расцветочку, шапик, шапочку, шарфик и любую обувь. В любом расцветочке она будет смотреться просто изумительно красиво. Такая красота. Единый размер. От 42 до 48 полного сидят четко, девочки. Цена, как я вам говорила, 6500. Наполнитель тюнсилей. Стираем на стиральной машиночке. Ну, я думаю, ее влажной салфеткой тоже можно подтереть. А я сейчас только увидела. У нее тоже ботиночки такие? Да. У вас что? Вот, пожалуйста. Униформа? Униформа. Девочки, тепло ли вам, девицы? Очень удобно. Тепло ли, красавицы? Девочки, очень холодно, поэтому девчонки утепляются. Одеваются. Я даже стою, прям замерзла. Да. Молодцы, девочки. Девочки, продолжаем. Я прям пошла в газ. Наташеньку позвала, ее модель, а свою модель я начала и даже не закончила. Нашла на другую модельчику. И Тамарочка меня отвлекала. Да. Но я Тамарочке говорю, что Тамарочка, меня можно простить, потому что я не русская. Давай покажем расцветки этой модели. Продолжим. Давай, продолжим уже. Модельочка, как видите, до колены. Пожалуйста, шикардозная модельочка. Здесь тоже идет двойной замочек, пожалуйста. Когда сели на машину, раз открыли, сели удобненько. Капюшончик имеется. Пожалуйста, девочки. Шикардос, да, моделечка? А расцветочки бежевая, светло-серая, да, такая? Желтая моя любимая расцветочка. Очень люблю, обожаю такую расцветку. Черная и такая же голубая, как на мне, девочки. Размеры имеются. Сейчас на мне самая маленькая размерочка. 42-44, да, эмочка. Идет элка 46-48. Есть и икселочка, которая 50 на 52. Пожалуйста, всем имеются размеры. Расцветки разные. А цена у этой модельки будет для наших девочек, для наших подписчиков 5000, девочки. Бегом ко мне. Цвет настроения белый? Да, сегодня что-то меня тянет только к белому. Прям хочу белое-белое одеться. Посмотрите, пожалуйста, какая модель. Идеально. Прям она такая мягкая, легкая, но в одно время она такая теплая-теплая. Потому что идет наполнитель тюнсюлей, который стирается на стиральной машиночке. Видите? Опа, прикрыто. Ну, автоледи, я вам скажу, девочки. Вообще шикардос. Передние карманы прям удобные. А расцветочки черная и хаки. То, что, которое на мне. Здесь идет размерочка от 42 до 50. Она просто идеально, вот шикарно смотрится, девочки. Прям вообще шикардос. Имеется такая же моделечка, уже подлиннее, немножко, слегка подлиннее. Видите? Ну, она тоже до колена. А размеры? Здесь она идет немножко больше мерят. От 40...
6 до 54 они прям четко смотрятся. А здесь расцветочки прям более яркие. Видите, красная, оранжевая и черная, которая подлиннее. У них цена одинаковая в том, то, что я, да, сейчас стою, и вот эта, которая подлиннее идет, у них цена будет одинаковая. Для наших девушек 5000. Наполнитель Цюсилей стирально-стиральной машиночки. Пожалуйста, девочки. Видите, какая шикарная. Ну, это шикарная. Да? Очень. Спорт. Спорт, да. Просто шикарно. Модель вообще изумительная. А длина, смотрите, какая. Рукава полностью. Все в одном расцветочке. Видите? Прям вот эти вот полоски. Прям необыкновенная, красивая, шикарная моделька. Двойной замок, пожалуйста. Можете и так носить ее и в закрытом виде. Очень легкая, ну, одновременно очень теплая курточка. Наполнитель холофайбер. Также стираем на стиральной машиночке. Ну, расцветочки, Тамарочка, смотри. Вот прям изумительные расцветочки. Что скажешь? Смотри, вот, пожалуйста, смотрите, какие расцветочки. Шикарные, шикарные расцветочки. Прям вообще, мне так они нравятся, Тамарочка, смотри. Да, вот. Прям изумительные расцветочки. Прям вообще. Прям сделано очень красиво, девочки. Я сама себе думаю уже взять красную, то, что сейчас на мне. Прям она мне очень понравилась. Как я ее одела, она вообще шикарно смотрится. С любой расцветочкой, любую куртку вы можете одеть. Наполнитель холофайбер. Длина французская. Двойной замок. Имеется капюшончик. И такая красота. Будет стоить для наших девушек по 6500, девочки. А размерочки от 42 до 52 прям свободно, идеально будет смотреться. И замочки, кармашки тоже на замочке. Смотрите, пожалуйста. Поставили и замок закрыли, ничего не потеряете. Я думаю, что завтра уже будете писать за эти модели. Девочки. Что скажешь, Тамарочка? Ой, у меня дар речи потеряла. Какая красота, красивая модель. Требует жертв, правильно? Да? Вообще шикарная вещь. Я вот когда ее получила, я прям вообще... Смотрите, имеется. Чувствую, что твой любимый тебя из дома выгонит. Ой, я думаю, что вот когда он приедет, он будет просто домой зайдет, он скажет, я в бутике или дома. Уже все по одной вещи, уже дома. Вообще шикарная вещь, девочки. Наполнитель холофайбер. Спереди, вот как видите, она слегка покороче идет модель, да? А сзади она подлиннее. Если вы заметили, она вот так вот. Вниз она более слегка зауженная идет моделечка. Модель просто изумительная. Имеется капюшон. Закрывается горлышко полностью, да? И модель просто шикарная. То, что сейчас вы на мне видите, это самая маленькая размер. Это 42-я размерочка. Смотрите, какая она свободная. Ну, оверсайз, да? Сейчас молодежь ее понимает. А также вы ее тоже можете стирать на стиральной машиночке от цвета. Просто изумительный. Вот смотри, вот какая красота, да, вот. И вот этот вот именно вот полосочка, да, вот, она прям удлиняет. Она прям удлиняет любую ростовочку. Шикардос, расцветки просто обалденно красивые. Смотрите, для всех вкус, да, и яркие, которые любят одеваться, как я, ярко-ярко, и для тех, которые любят одеваться более нейтрально, да, не сильно яркое. И, конечно же, без черного мы никуда. Черная классическая наша расцветочка. Размерочка от 42 до 54 прям свободно идет, сидят. И такая модель, такая красота. Такая, этот удовольствие для вас будет стоить только за 6500, девочки. Пожалуйста, я жду вас. Вашего звонка, вашего письма. Ну что, девчонки, уже темнеет, а мы все, вон, видите, уже все уходят. А мы, как всегда, да? Мы работаем, мы для наших девушек, для наших покупателей работаем. Я хочу быстренько подсказать, показать те, которые модели снимали на предыдущем видео. Мы их повторно получили. Давайте я вам покажу, пожалуйста. Альпайки, девочки, от 40 до 54 размера. На подкладочке, девочки. Подкладочки. Смотрите, она на подкладочке. Ой-ой-ой, купи идет меня. Клиентка, да, идет клиентка, Наташенька. Расцветки прям все имеются.
Есть передние кармашки, есть боковые кармашки также. Там, как я в тот раз показала, все написано, какое качество, что имеется. Пожалуйста, батальные размера. Очень-очень-очень мало их, девочки. Пишите, только два расцветочка у меня осталось. До 62 размера имеется. Пожалуйста, батальные размера еще. От 50 до 56 размера. Здесь идет три расцветочки. Пожалуйста. Девочки, мы их в предыдущих видео показывали, да, поэтому... Да, мы показывали, поэтому я слегка подсказываю расцветочки и размерочки. Корея. Косички, если вы помните, у меня белая имеется. Я сама себе приобрела такую белую. Она прям изумительная. Я ее одеваю с удовольствием. Об этом я вам показывала. Вот, пожалуйста, батальные размера, девочки. Автоледи. От 48 до 56 сидят прям идеально четко. Вот у оверсайзчики очень все модели изумительные. Девочки, 5000 стоит. Размера от 44 до 52. 5000, такие же размера. Батальные размера 5000, девочки. 5500, Корея, девочки. Турция 5, которую я вам показывала. Корея по длине идет, единый размер. 6000, девочки. 5000. У нас цены пониже, девочки. Мы все делаем только для вас. По 5000 и по 5000. Вот такая более спортивная прямая моделечка. Вот наши костюмчики. Вот я хотела бы ее показать на нашей Наташечке. Вот, так, Наташа, зайди, давай Наташенька, сюда. Покажи наш костюмчик. Теперь, пожалуйста, дай мне курточку свою. Пожалуйста, смотрите. У моей Наташечки размер имеется. Полная 48-я, да, как я знаю? 48-я. И у нее размер элочка, девочки, которая средняя размерочка. Имеется еще больше и, конечно же, еще меньше. Смотрите, какая длина у нашей Наташечки. Еще раз скажу, что рост 174. Правильно я говорю, да, Наташка? Вот. Кофта единая, оверсайз, свободная. А штаны идут по размерочкам. А я теперь вам покажу расцветочки. Все цвета радуги тоже могу сказать. И темные, и светлые. Все-все-все имеются. Тамарочка, я хочу показать. Вот новинка она у меня. Шикардос. Я сама такую расцветочку одеваю уже, девочки. С белой вот такой косичкой. Я ее одеваю, она прям изумительно смотрится. И что мне нравится, смотрите, изюминка у нее. Кармашка, она работает. Вот. А расцветочки все-все есть. Вот. Все расцветочки имеются. А теперь заходим вовнутрь. Сюрприз, да, для вас. И какой сюрприз? Так, я вам скажу сегодня что, девочки. Сегодня мы будем будем играть розыгрыш. На этом же видео, кто напишет самое хорошее, самое большое комментарий. Интересный комментарий. Интересный комментарий. Для нее имеется сюрприз. Будем играть на этот раз сюрприз на костюмчик, девочки. На любой костюм. Вот этот, палочка, вот этот, вот этот. Вот три ряда будем играть розыгрыш. Пожалуйста. Дорогие подписчики, и тот этот комментарий, на котором будет больше лайков, да, тот и победит. Поэтому приглашайте своих друзей, знакомых. Ну и, конечно же, обязательно должны подписаны быть на Амину, да, и на мой YouTube-канал. Обязательно. А поэтому... где наша Наташенька-то? Наташ, ты... Я тоже хочу поучаствовать. А ты тоже участвуешь? Да, я уже, да, составляю комментарий. Вот уже готовится уже писать комментарии. Давайте пишите, девочки, наши подписчики, наши покупатели. Жду. А подарок ждет вас. Будет отправлено на ваш адрес тот, кому кто выиграет этот приз. Теперь идемте дальше. Пожалуйста, эко-кожа на холофайбере идет в двух расцветочек. Пожалуйста, размер единый от 42 до 48. Турция. И также. Цена, цена будет ее 106 тысяч. Турция в едином размере, а расцветочки просто обалденные. Смотри, какие расцветки имеются. Четыре разные расцветочки. Наполнитель также холофайбер, двухсторонний замочек, пожалуйста. Единый размер от 46 до 56, шикарно смотрится. Пожалуйста, очень мало в количестве осталось ее. Расцветочки тоже мало остались. Посмотрите, только 5 расцветки остались. Быстро спешим, девочки, которые розница. Пожалуйста, это повторно мы показали, получила. Да, девочки, пишем. И вот этот вот, который я себе уже черный выбрала. Да, любимая. Прям вообще обожаю. С этой стороны как шубка, с этой стороны курточка.
Только вот этот модель у меня стоит 9500, остальное все для вас, для наших покупателей по 6500. С этой стороны у меня имеется, смотри, Корея, такая же модель, которая на улице была, только уже без косички, видите, с буквой она идет у меня. А здесь идет расцветочки, прям шикарная, красивая расцветочка, черная, и вот эту вот расцветочку, я не знаю, как ее сказать. Брусника какая-то, не знаю. Да, вот такая вот очень интересная, красивая расцветка. Не яркая и не темная, да, я тебе скажу? Угу. Вот, пожалуйста, именно этот модель подлиннее. Принеси-ка, Наташенька, пожалуйста. Вот. Ты комментарий написала? Пишет уже. Вот, пожалуйста, вот это более короткая модель, да, но здесь сзади попа будет прикрыта. А здесь уже идет более до колена моделечка. Это будет у нас стоить 6000, а вот это у нас будет стоить по 5000, девочки. Пока Мина ищет куртки, скажи, пожалуйста, а какой комментарий бы ты написала? По секрету. Знаешь, я как подумаю. Пока она вышла. Вот я так думаю, я работаю здесь совсем недавно еще. Ну, может, месяц. Мне очень здесь нравится товар, и люди, которые приходят, наши подписчики, их очень большое количество получают. Я бы хотела еще больше, чтобы у нас было. Скажи, а мои подписчики хорошие же? Все хорошие. Мы их всех любим, подписчики. Они любят нас. Да? А мне не хочу, чтобы у них было больше процветания, хорошее настроение каждый день. Потому что она трудяга, да? Товар соответствует ее настроению. А товар у нас яркий, цветной такой. Чтобы у нас было все хорошо. Она трудяга, да? Трудяга, трудяга, очень хороший человек. Поэтому я хочу, чтобы каждый человек был счастлив. И, конечно, я желаю ей семейного благополучия. Девочки, девочки. Да? 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 Ну, пожалуйста, я к вам иду. Вы о чем здесь сплетничаете, когда меня нету? Пожалуйста. Как всегда, у Амины без ярких расцветок никуда, девочки. Шикардос, их осталось очень-очень мало. Пожалуйста, звоните, пишите. А у меня даже... Вот как зайдете в телеграм-канал, у меня одна девушка брала вот такую, она писала через телеграм-канал у меня. Отзыв. Она отправила отзыв, да. Отчетом. Прям вообще так красиво, так идеально, вообще классно, девочки. И что она сказала, знаете, что они даже на самом деле лучше, чем на камере. Да, они так и сказали. Я читала. Да. Пожалуйста, шикарно, девочки. Всех жду. Цена этой курточки. Цена этой курточки не меняется, девочки. Как я говорила, по 5000. Аминочка, давай вот эти покажем. Да, мы уже их показывали, но хочется мне показать, девочка. Давайте, пожалуйста, более приталенная модель. Размерочки от 42 до 48. Размер, расцветки разные. Цена 5000. Это я мы одевала. Показали, красоту, да. Вот именно вот это то, что я одела, лекала одинаковое, только карманы другие идут. Также от 42 до 54 имеется. Расцветки разные. Цена 5000. Более приталенная, которые любят классику у меня, пожалуйста. От 42 до 50 цена идет 5. Это все, девочки, вот это вот, что вы видите сейчас у меня в павильончике, это все уже зима, девочки. Уже осенью у нас не осталось. Уже прошли к зиму. У нас зима уже, девочки. Прям одеваемся к зиму уже. Утепленная, пожалуйста, приталенные моделечки, пожалуйста. Имеется именно те... Для тех, которые любят у меня классическую вещь, девочки. Вот так и все. Вот костюмчики имеются, все модели, пожалуйста. Размеры да, еще раз скажи, от какого до какого? Размер у меня костюмчик от 42 до 60 размера имеется. Ну что, дорогие друзья, вот побывала сегодня в гостях у нашей Аминочки. Да. Дорогие мои подписчики, подписывайтесь на ее телеграм-канал. Она сейчас активно уже закидывает свои моделечки. Да. Кому интересны ее модельки, она конечно старается для того, чтобы покупатели были довольные. Именно. Для меня самое главное, чтобы вы одевали с удовольствием, уходили от меня с улыбочками, девочки, и писали самые хорошие комментарии, когда вы уже получали товары. Пожалуйста, мы находимся город Москва, рынок Садовод, 15-я линия, 25-й павильон. Здесь у нас все ватсапные номера. Можете писать, звонить, делая отправку также оптом, также и по одной единице для наших девушек. Девочки, ну как, у нас идет на этот раз розыгрыш. Жду. И в следующее видео мы назовем победителя. И, конечно же, будет отправлена ее приз. Ну что, дорогие мои друзья, Наталья,
Тебе тоже огромное спасибо, Амина. Я с удовольствием с вами работаю. Нам тоже очень-очень нравится с тобой работать, Тамарочка, да. Потому что с тобой работаешь уже активно, настроение другая. Прям все вот, все начинается. Белый. Да. Сегодня, да. Все, сегодня у нас прям изумительно. И меня тянет к белой сегодня. И ее тянет к белой. Я не знаю, может, от погоды, что ли. Нет, это Тамара вышла. Пошла я переодеваться в белый цвет, девочки. Девочки, ждем вас. Приходите, будем очень рады. Тамарочка, тебе огромное спасибо, что ты помогаешь нам вот так вот все показать нашим девушкам, подсказать, одевать их всех. Ну, мы не говорим до свидания, говорим до новинок и до розыгрыша. Всем пока. Не забудь писать комментарий. Девочки, я буду выбирать. Пишите. Конечно. Я пошла тоже. А я могу участвовать? Можешь. Могу. Ну, я думаю, тебе лаков много будет. Чувствую, что спортивный костюм будет мой. Все, пошла писать комментарий. Всем пока-пока. Пока-пока.